шустрые, веселые, любознательные. Белки всегда водились в Новочебоксарской роще, а сейчас их количество еще увеличилось. Густой мех, длинный пушистый хвост и яркие кисточки на ушах – эти милые создания появились в роще в начале мая. Тогда 11 зверьков выпустили в Ельниковскую рощу. Трех из них, в том числе беременную белочку, заселили в специальный вольер в зооуголок парка. Совсем недавно ряды пушистых пополнились. У одной из белок родились 4 детеныша. Сначала крошечные новорожденные малыши постоянно были в домике вместе с мамой и питались исключительно ее молоком. Теперь бельчата подросли, перешли на самостоятельное питание и начали очень быстро осваивать окружающий мир. А осенью, как только пушистикам исполнится 4 месяца, их выпустят к своим собратьям в рощу. Так что, если хотите помочь бельчатам освоиться, закупайте семечки, кедровые грецкие орешки, яблоки и морковку. Этому угощению зверьки точно будут рады.